pánové, děkujeme, že jste využili služeb českých aerolinií Aliance SkyTeam společnosti Smart. Мужики, в самолете дикий сортир вообще. Маленький вообще. Как тут вообще поместиться можно? Фишка. Такая замочек. А давай, мужик. Я себе мислю, что асе халанка. Чуваки, мы прилетели в Прагу. Прага, это жизнь. Пацаны, сейчас покурил одну сигарету, блин, забалдел, вообще нереально. 6 часов без курева, охренеть можно. Сейчас поеду на ЖД вокзал, пражский. В метро буду спускаться. Я вот только сейчас понял, чего мне так здесь не хватает. Вот сколько мы ехали, я не увидел нигде магазина «Пятерочка» и «Магнит». Думаю, чего-то не хватает. Вот «Пятерочки» и «Магнита» не хватает. Потому что в любом российском городе здесь «Пятерочка» и «Магнит» в огромных количествах, а здесь их нет. Хотя архитектура сразу видно, что наши товарищи во времена Брежнева тут поработали хорошо. Я еду в пражском метро. Я хочу попасть в какой-то кастл. Я уже очень сильно устал. Я просто очень сильно устал. Мне здесь нравится, народу нет. Могу сейчас вообще голым тут скакать, никто ничего не скажет. Не знаю, как буду сейчас разговаривать с хозяевами отеля, потому что чешский язык я с трудом знаю, английский тоже не очень хорошо. Наверное, буду разговаривать на языке любви. Ну, то есть, fuck you там, мать вашу. Передаю всем привет всему городу Орлу, а также группе «Адовый мужик» из Праги, с главной площади. Вот видите, какой адский собор стоит. Тут вот чем народ балует. Можно вообще в легкую обожраться за 70 грошей. Вообще крутяк. Рад до усрачки, что выбрался из города Орла. Если бы не выбрался из города Орла, никогда бы такого не увидел. Всем желаю сюда приехать и обожраться конопляных баночек. Конопляных фунфарей. А вот какое-то дупло какая-то. Какая-то дупло. Что за дупло? В 1944 году была какая-то дупло. Какие-то цыгане на лошадях металлолом повезли опять. Вон там повезли. Народ пьет и жрет, жрет и пьет, блядь. Коренного пражанина очень трудно найти. Я уже тут подходил к людям, интересовался, вы с Праги, а именно на китайском. Ли-ли-ли, что-то там. Потом корабу к одному подходил, типа, и говорю, ты пражанин. А он мне говорит такой, Намибия, Намибия, блин, мой дом. Типа того, короче. Вот такая фигня. Вот, лимузины тут у них. Все дела. Тут вообще
Богатство, роскошь, блин, для туристов. Все сделано для туризма. Это просто, блядь, какой-то гастрономический пиздец. Куда ни чикнись, блядь, везде жрут, пьют, короче. Пиво, кстати, дешевое. Повторяю еще раз. Для тех, кто ослышался, пиво дешевое. Guten Abend. Зашел в чешскую пивную, которая называется Солдат Швейк. Швейк выдал пиво. Пенное. Закусывают здесь вот таким вот баранками. Как-то так, пацаны. И меня хочет поддержать еще один чувак. Гуд. Пью задового мужика из славный город Орел. Орел Курева. Пиво не горькое, пиво хорошее. Сейчас, подождите, я еще попью сейчас. И... Что это такая маленькая улица? Прям как у меня этот коридор в хрущобе. Блин, локти хуй вмещаются. Вообще пиздец. Я не хочу туда идти, может я застряну там. Я ебал туда ходить. Вот это, блядь, самая какая-то важная улица во всей Праге. Говорят, мелкая. Ля, блядь, светофор нахуй. Ебать, ебать. Нихуя. Куда ты меня все толкаешь? Зачем мне туда ходить? Мне туда не надо ходить. Мужики, вам можно третьим? Витор ему задал мужик. Витор ему задал какой машин. Кул. Вот они, почитатели святого Вита, держатся за решеточку, чтобы впитать в себя мощь короля святого Вита. И тут их довольно таких много.